Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Ну вот, как из начала видео и из его названия вы поняли, что это будет как предисловие, а предисловие это будет именно к моим дальнейшим, как бы сказать, фильмам про открытие сезона, про рыбалку, как мы съездили с Андреем и открыли этот сезон. Вот, думаю, всем было интересно посмотреть под музыку эти фотографии. Они были именно, это то, чтобы не то, что фотографии, это было именно скриншоты из видео. Какого качества они есть, такого есть. И они именно выложены в том порядке, от начала до конца, по всей хронологии событий на определенном участке времени, в реальном масштабе времени, как это все было, происходило. Вот. Тут вы, можно сказать, вкратце как бы посмотрели все эти вот, всю хронологию событий. Вот, что хочу сказать. Из-за моего старенького компьютера, которому уже 11 лет, я хотел смонтировать фильм в формате Голливуда. И фильм получился на 1:20, на такое большое расстояние. Монтировать мне его пришлось около 2 дней. И потом еще около всю ночь, еще полдня компьютер боролся, выводился это видео. Но когда все вывелось, качество получилось очень плохое. То есть компьютер, процессор не справился со всей этой выводом, обработкой, форматацией. Как правильно выразиться, оцифровкой этой всей. И получается, когда камера какая-то поворачивалась, были такие заторможивания. От этого я снимаю это предисловие и буду пытаться загрузить отдельные кусочки видео на YouTube, на сервер YouTube, и с помощью ихнего, который предоставляет YouTube, скажем так, программку, специальный редактор видео, я с помощью его буду чуть-чуть, по чуть-чуть монтировать и буду выкладывать это видео про наше открытие сезона, может быть, 3-4 серии будет вот так вот примерно выходить. Вот, и хочу вас об этом, как бы сказать, предупредить, что вот это будет вот таким вот образом. Конечно, во время рыбалки на самых интересных местах либо камера не включалась, кнопки не дожимали, а при вываживании самого крупного тайменя в конце рыбалки просто сели аккумуляторы на всех камерах. И на экшн-камере на голове, и на переносной камере, и на фотоаппарате. Все село, и, соответственно, самые лучшие моменты кадра, они просто потерялись. Будет видео только, скажем так, начало и середина схватки, как бы сказать, вываживание борьбы с этим тайменем. Ну, а финал, конечно, села камера, у меня экшен, и финала уже самого не будет. Ну, в любом случае, рыбалка была очень интересная, очень-очень такая приключенческая. Вкратце могу сказать, начиналось у нас все с самого начала не так, как у людей, не так, как надо. У Андрея рабочие в цеху, он Андрея дал им, чтобы ему подшили штаны, а ему их, конечно, не подшили. Андрей сразу же взвел, все как так, не подшили мне, хозяину цеха, штаны. Начался сразу же там эти крики, воспитание. Ну и в итоге во всей этой суете, когда мы собирались, мы, соответственно, забыли кубатенер с едой. И с чем-то еще даже больше, чем с едой. Пришлось нам возвращаться на машине. Мы это вернулись, приехали на рыбалку. Поплыли на лодке с мотором, Андрей забыл катушку, мы вернулись за катушкой, то есть, ну, казалось бы, вот такие события, постоянно что-то происходит. Потом на речке оказалось, когда мы приехали, была вода такая маленькая, что я никогда реку за 20 лет в таком низком упадке воды не видел. Мы думаем, зачем мы взяли комплект лодки под винтом, хотели вернуться за лодкой с водометом, но водомет у нас тоже был неисправен, потому что в прошлом году, в конце сезона, мы мой комплект лодки и с водометом тоже, грубо говоря, ухайдакали. Ремонт за зиму был дорогостоящий, мотор мы восстанавливали, там была заменена часть поршневой, сейчас ему нужно обкатываться и смотреть, как он там будет после этого дорогостоящего ремонта работать. Лодку тоже нужно будет сильно зашивать и латать, грубо говоря, после всех этих происхождений. От этого мы приняли решение, что возвращаться, ну, нету смысла за водометным комплектом, потому что, ну, там еще нужно все это, все делать и смотреть, как это будет происходить. И мы решили остаться все-таки на ночь, а там мы посмотрим, как пойдет по ситуации утром. В этот момент подошли ребята, которые застряли в тайге и попросили помощи. Мы с Андреем пошли их вытащили, ребята потом остались на ночь вместе с нами. И до 4 утра мы очень душевно пообщались под чашечку очень крепкого чая. Вот, утром 6:30 мы встали, почти не спавшие, и
разошлись на рыбалку. У ребят не было лодки с мотором, от этого они пошли по берегу, а мы с Андреем продолжили наше путешествие на лодке с мотором. Вот. И дальше, как видно было из фотографий, мы ловили рыбу, мы отпускали. И также в этом видео, конечно же, есть и кухня, как мы жарили рыбу, как мы готовили уху, как мы отмечали рыболовный сезон, как мы угощали подю. Также сняты какие-то элементы быта, что вот именно меня многие рыболовы спрашивают. И, конечно, мы в тайге провели 2 ночи и 3 световых дня. За это время нам хватило вот так вот насниматься материала и хорошо порыбачить. Ну а на третий день, когда мы поднимались вверх, произошла такая ситуация, что мы попали в такой сильный-сильный ледовый затор. В верхах сорвало лед, его понесло. И, конечно, то, что было на фотографиях и чуть-чуть маленько мы сняли, это уже был конец всего этого апокалипсиса, если можно так назвать. Когда мы поняли, что все нормально, что мы не потеряем лодку с мотором и нашей жизни уже ничего не угрожает, я уже решил чуть-чуть маленечко все-таки снять кадров, потому что во время всей этой ситуации не было момента, ну, то есть было не до того, чтобы снимать вот это вот, ну, какое-то видео. Конечно, была в первую очередь борьба за живучесть именно корабля. Понятно, что мы могли бы как-то более-менее покинуть лодку с мотором, да, грубо говоря, и потерять ее. Но тем не менее мы до конца, как бы сказать, боролись за живучесть лодки с мотором и, в принципе, устояли. Спасло одно, что именно этот лед, он шел где-то в течение 20-25 минут, и нам, как бы, ну, хватило сил вот именно выстоять. Несмотря на то, что именно стаж по горным рекам Дальнего Востока, ну, как бы, ходьбы под мотором, именно на них, на рыбалке на этих реках у меня 20 лет и чуть-чуть побольше, да, скажем так, все равно даже такие опытные люди, как я, Андрей Кириной, дальневосточник, все равно могут попадать вот в такие вот ситуации, от них никто абсолютно не застрахован, вот. Ну, что могу по этому поводу сказать, по этим экстремальным ситуациям. Попадало их, конечно, не в первый раз, и много-много-много раз. И многие могут сказать, как и говорят, что не боятся только дураки, да. Но, честно скажу, на каком-то этапе момента, когда ты понимаешь, что силы тебя покидают, но это именно не за этот случай, да, где мы были, а вообще у меня были ситуации, когда ты понимаешь, что силы тебя покидают, честно скажу, не страшно лично по себе. Так что утверждение, что не боятся только дураки, оно тоже неверно. Иногда наступает полное безразличие, грубо говоря. И, ну, не то чтобы безразличие, а такая пустота в душе. Конечно, быстро все лучшие моменты жизни, они вспоминаются. И не страшно. И именно вспоминаешь о друзьях, о близких, как они потом, ну, подумают и будут думать, как это все происходило. Ну, вот это вот именно из моей практики, именно из моей истории по этим ситуациям, уважаемые. Ну, ладно, история была рыбалок очень интересная. Все было много-много всего. Именно было в одном открытии сезона. Я скажу, иногда столько приключений за целый год не получается, как это все было в один момент. И я, конечно, уважаемые, буду стараться эти фильмы хотя бы по 20-30 минут монтировать на сервере YouTube и выкладывать. Так что вы помаленечку, кому интересно, смотрите вот это вот все. Ну, а я дальше не буду рассказывать. А, что забыл еще хотел сказать. Вы на этой же рыбалке, как я вам обещал, вот эта коробка с китайскими воблерами. Коробки с карандашами, даже кот с большими усами, да, как говорится. Вот, и некоторые воблеры, я все-таки снял видео, как я их настраивал, как они играют, какая у них проводка, как их отрегулировать, и я на них ловил. И я скажу так, что на некоторые из них, на которые, все я их, конечно, не попробовал, но воблера 3-5 я все-таки попробовал, и некоторые из них очень хорошо выстрелили. И на видео видно, как я на них ловил очень-очень хороших таймишат. И даже самый крупный таймень тоже был пойман на один из этих китайских воблеров, уважаемые. Ну вот, это все будет в этих фильмах, да, как я вам рассказал. Смотрите это все, грубо говоря. А я заканчиваю это видео, это предисловие. Все, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.